Привет, друзья! За моей спиной вот здесь вот находится Чкаловский мост. Его уже в третий раз чинят жители садов и поселка Чкаловский. И это очень здорово. Давайте посмотрим, как это выглядит, и поговорим с теми, кто непосредственно занимался сбором денег и ремонтом этого сооружения. Если раньше по мосту было даже ходить страшно, то сейчас по нему свободно могут ездить легковые автомобили. Движение грузовых автомобилей было ограничено, то есть была сокращена колея во избежание того, чтобы машина не провалилась и не повторилась ситуация с Филькиным. Причем, как вы видите, мост сделан сразу же и для людей, и для пешеходов, чтобы проход по нему и проезд был максимально безопасным. Автомобиль едет по средней части, а здесь есть пешеходная тропинка с перилами, и в принципе здесь очень хорошо все сделано. Ремонт 2019 года оказался самым дорогим и стоил порядка 170 тысяч рублей. За два дня получилось восстановить, да, отреконструировать мост. Отреконструировать мост для того, чтобы проходили наши, особенно бабушки, то, что ему уже было страшно проходить. Люди все откликнулись. Чкаловский поселок, СНТ Смородинка. Мы все дружно вместе все это отремонтировали, сделали, убрали все сделали за два дня. Примерно в то же время, пока мужчины и женщины чинили всем миром Чкаловский мост, у нас при въезде между гаражами и спортмастером появилась почти законченная композиция «Я люблю Серов». Я как бы ни на что не намекаю, но за что вы любите Серов? Стоимость этой стелы 2,7 миллиона рублей. Напомню, что на ремонт моста было потрачено 170 тысяч. 2,7 миллиона выделены из бюджета, а 170 тысяч собирали жители.